Вы прибыли из Джакарты? Да. Ваш паспорт. Печень из Джакарты. Третья отрицательная группа. Готовить пациента к трансплантации. Начнем. Смерть наступила месяц назад. Причина не установлена. Все, что мы знаем, это то, что на момент смерти жертва была под наркозом. Можно ли установить ее личность? В прошествии месяца нереально. Отпечатки пальцев уже не снять. Но кое-кто сможет помочь. Я Пак Чинхо, детектив из сеульской полиции. Сможете поехать сейчас в институт? Мы предполагаем, что она китаянка. Они приезжают на заработки, отправляют деньги семьям. Им тут не просто живется, а они совсем одни. Орган был извлечен правильно. Это сделал хирург. Торговля органами. У вас есть дети? Нет. Я оперировала одного ребенка. Я его не спасла. Это для моей племянницы. У нее скоро день рождения. Она будет очень рада, если придет. Здесь, в Корее, люди не любят проявлять эмоции, да? Да, поскольку для нас любовь – дело серьезное. Откажись. Я не могу. План изменился. Нам нужно сердце. Сердце взрослого не подойдет ребенку! У нас еще операция. Нам нужен ребенок. Как ты можешь просить о таком? Мисук, Джиа с тобой? Она отпустила мою руку. Похитили девочку. У нее третья отрицательная группа. У нас все готово к операции. Помогите! Возможно, есть второй труп. Кто вы? Я ищу вашу жену. Нет! Где француженка? Видели француженку? Анатомия убийств.